году фестиваль молодежной культуры и спорта «Старт». Он развернулся на набережной от речного порта до Красноармейского спуска. В этом году он обещает стать самым массовым за все время проведения. Танцевальные батлы, воркаут, паркур, алтимат фрисби, скейтбординг – все, чем увлекается сегодняшняя молодежь. Буквально на каждом сантиметре старой набережной происходит шоу. Я вообще так и начал недавно ходить на танцы. Я так и на руках пока могу немножко стоять. Стартфест стал той площадкой, где молодежь могла показать себя и научиться новому. Мы вводим новое направление, такое как инновация, это современные технологии, дабы пора уже молодежь знакомить и с наукой, и инновациями вот так. Пройдя дальше по набережной, самарцы окунались в лиричную атмосферу. О Самаре в стихах и прозе. На полевом спуске набережной открылась литературная гостиная. И это настоящее поэтическое шоу. Дети и взрослые соревнуются, кто красивее и изобретательнее признается в любви Самаре. Эта песня, как молитва, охраняет город мой. И лазурных волн палитра дарит радость и покой. Кульминация праздника – концерт на набережной Уладьи. На сцене хор турецкого. Праздник песни – новая программа коллектива. Мы особо подбирали репертуар. Мы должны сегодня зажечь в этом городе настоящее пламя страсти и любви к искусству, пламя дружбы, пламя интереса к родной природе и к нашей родине. С днем рождения города самарцев поздравил и глава администрации. Возвращаются детские сады в муниципальную собственность. Строятся новые дороги. Развиваются спортивные сооружения. Это все то, чем мы по праву можем гордиться. Марина Матвеевна, Артем Сулайманов. События.